Вот хочется показать администрации Калининского района, в каком состоянии дорога, по которой ходят обычные люди, детки в школу идут по этой дороге. И товарищ Ткачук с декабря 2015 года обещал при выделении целевых средств отремонтировать придомовые дорожки. Здрасте. Здрасте. Вот. Но до сих пор никто ничего не сделал. Вот такие лужи. Хотите, ходите, хотите, не хотите. Вот те, кто хотел ходить, женщины постарались. Вот такими вот досками выложили дорогу, чтобы можно было пройти в магазин, не испачкав по щиколотку ноги. Примите, пожалуйста, меры. Вот от этой ледяной катастрофы валяются бесхозно сломанные ветки. И вот такая вот ситуация возле нашего дома, Пархоменко, 27. Обидно очень, что не удосужатся приехать, посмотреть, действительно ли требует ремонта дорога, или просто так жалуются жители. Вот, пожалуйста, в дождь вот такие лужи. Хотите, купайтесь. А в мороз очень скользко. Хотите, катайтесь. Вот такие удобства. Тут когда-то был стихийный рынок овощной. И вот этот куре-автомобиль стоит уже сколько не убранный. Ну, пожалуйста, примите меры. Пройду дальше, сниму еще немного. Хочется порядка, хочется удобства, хочется красоты. А где мы ее возьмем, если мы не в состоянии это сделать? На это есть специальные предприятия, учреждения. Ну, вот, пожалуйста, вот такое вот безобразие. Вот такой островок неудобств, сплошных неудобств.